В Самару из Муромской епархии приехала частица мощей Матроны Московской. Уникальность святыни в том, что верующие могут обращаться к ней со всеми проблемами. Исцеление внука. Ну и себе также. Молимся ей всегда. Помогает, исцеляет болезни. Мы сюда заходим часто, а сегодня вот мощи святой Матронушки мы пришли с внуком поклониться, попросить о помощи и в эти радостные светлые дни Рождества поздравить всех и Матронушку. Храм в честь святой блаженной Матроны Московской, куда и привезли частицу мощей, еще молод, он действует меньше года. И это, по словам настоятеля, первая для храма святыня такого уровня. Хотя в прошлом году мощи Матроны сюда уже привозили, но всего на несколько часов. Когда к нам их привезли полгода назад, это было лишь на несколько часов. И это было как капля воды в пустыне, то есть не приложился практически никто, то есть только те, кто были на тот момент в храме. В этот раз частица мощей пробудет в храме на Безымянке 2 недели. Знаково, что именно в это место, а не в какую-то центральную часть города, прибыла эта святыня. Здесь люди особенно нуждаются в том, чтобы появилась какая-то святыня подобного уровня и в духовном плане оздоровила этот район. Приложиться к мощам можно каждый день в храме в честь святой блаженной Матроны. Он находится на улице Победы, недалеко от станции метро Безымянка. В храме мощи пробудут до 24 января. Валерия Макарова, Станислав Левин, «События».